течение последних 6 месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции «Антарктида-1». 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Thank you.
Всем-всем-всем! Говорит профессор Антонов. Срочно прекратить исследование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее.